9 лет существования Карамазовы создали 5 альбомов. Сейчас записывается новый, название которого пока держится в секрете. Группа не покидала Приморье с 93 года, но охота к перемене мест и просто желание встряхнуться направили их стопы в дружественный Хабаровск. По признанию самих музыкантов, от фестиваля они ничего особенного не ждут, кроме смены обстановки и публики. Сегодня, скорее всего, Карамазов Байк выступает на хабаровской сцене. Пожелаем им удачи и продолжим беседу с ними же.